Так, спецслужбы на месте. Работают по взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. Довольно-таки много репортеров. Движение рабочее, движение открыли. Вот кафе, которое взорвали. Вот видите. Там репортеры говорят примерно 200 грамм энного вещества. Вот. Вот телевидение «Россия» приехало. Вести подъезжают на Дастере. Так, здесь тоже люди стоят. Вот это же репортеры с камерами, с треногами. Вести приехали. Так. Да, трактор уже пригнали. Вот уже сейчас будут разбирать завалы. Видите? Спецслужбы все. Ну, в общем, так. Нормально тряхануло, походу, дела. Ну, в общем, да. В основном репортеры. Дела, конечно, мало. Это место такое здесь. Основные репортеры, по-моему, вот там уже Следственный комитет по работе. Прожектора. Это место взрыва следует. Вот они, спецслужбы, все здесь. Да, 200 грамм тратила примерно. Ребята. Да, вот так. Взрывы в кафе. Дело такое. Видите, сколько там? Прям бежу. Назло погода, 2 апреля, 23 год. Безумно холодно. Снег, какой-то ветер вообще. Просто, видите. Сейчас камеру протрем. А, не получится оно. Снег. Так что вот так.